Всем привет и добро пожаловать! Если вы любите встречать гостей, но в поиске новых легких рецептов, которые вам помогут накрыть стол быстро, недорого и, главное, вкусно, это видео добавит 3 интересных рецепта в вашу копилку. Я приготовила для вас блюда из мексиканской и кубинской кухни. Когда я продумываю меню на стол для гостей, я думаю, какие же блюда и напитки будут сочетаться друг с другом и комплементировать. Поэтому все 3 рецепта, которые мы сегодня с вами сделаем, они идеально подходят друг другу. Сегодняшние рецепты – это закуски или аппетайзеры для неформального обеда, того, который вы бы разделили со своей семьей или близкими друзьями. И вы увидите, насколько это легко и просто. Мы делаем это в Америке. Я не говорю, что правильно делать только так, именно так. Просто я хочу показать вам, как это делается здесь. Возможно, вам это подойдет по вкусу. И на самом деле все происходит очень легко, просто и без какого-то напряжения. Очень принято приносить что-то существенное к столу, когда идешь в гости, и не ходить с пустыми руками, чтобы все не ложилось только на плечи хозяйки. И это было бы приятное времяпрепровождение для всех людей. Все эти рецепты, которыми я поделюсь с вами сегодня, вот они подойдут именно для того, чтобы можно их приготовить дома, принести готовое блюдо или просто, как сделала это я, принести с собой ингредиенты. Мы ходили в гости к сестре, и я приготовила уже у нее в гостях. Можно делать и так, но, конечно, если вы в достаточно хороших отношениях с принимающей стороной, что вы можете пользоваться их кухней для приготовления. Предлагаю готовить все вместе, но сначала мы сбегаем с вами в супермаркет, и я покажу вам, что нужно купить. Быстренько пробежимся по списку, то, что нам понадобится. И начнем мы с вами в овощном отделе. Здесь мы возьмем авокадо, помидоры, лаймы, мы возьмем красный лук, перец халапеньо, он зеленого цвета, очень острый, стручки небольшие. Если у вас таких нет перчиков там, где вы живете, замените просто семенами острого красного перца, это тоже сработает. Из зелени я выбираю силантро, мяту и зеленый лук. Мы с вами в сырном отделе. Самый лучший вариант сыра для этого блюда будет сыр чеддер или сыр Monterey Jack. Моцарелла сыр, он очень слабый. Скорее всего, его нужно будет использовать именно в комбинации с другими сырами. Так что постарайтесь найти сыр чеддер. Если вы спросите меня, можно ли использовать уже натертый сыр, в принципе, можно, но когда вы покупаете тертый сыр, в него добавляется такой так называемый anti-caking agent. Это такой порошок, который предотвращает, чтобы вот маленькие кусочки сыра не склеивались друг с другом. И вот эта добавка, она именно состоит из целлюлозы или, вот как говорится, из опилок. Поэтому, если вы хотите такую добавку в своей диете, вы можете использовать и готовый тертый сыр. А если нет, то вы просто можете натереть сыр сами. Вам также понадобится тортилла чипс, и я выбираю селса. Селса у нас пойдет для мохито. Мы сейчас уже в мясном отделе. Мясной фарш вам подойдет абсолютно любой. Я в конце концов выберу говяжий фарш, но вы можете использовать фарш индейки, фарш куриный, какой вам понравится, или фарш из телятины.
Не могла девчонки устоять перед этими красивыми цветами, которые увидела в магазине. Лилии и розы, пахли они замечательно. И вот пока я монтирую видео, сейчас вы увидите, что на улице у нас творится. Буквально 2-3 дня назад была температура плюс 20, и сегодня у нас снег. Настоящий снег выпал, и, конечно, он завтра растает, но пока он у нас длится, нужно вставать свое весеннее настроение с помощью цветов и зелени, и каких-то вот таких блюд, которые мы можем приготовить и мысленно хотя бы перенестись в теплое время года, куда-то в Карибское море. И поэтому сегодня мы с вами будем готовить мексиканские и кубинские рецепты. Поехали! Итак, первый номер нашей развлекательной программы на сегодня, когда мы сами себе устраиваем праздник, несмотря на то, что у нас идет снег за окном, это кубинский мохито. Этот рецепт я уже давала в одном из своих первых видео, но за последние 2 года я научилась видео делать более интересными и более компактными, поэтому вы не пожалеете, если посмотрите сегодняшний вариант. Растираем листья мяты в ступке с сахаром. Сахар вы можете взять по вашему вкусу, примерно 1-2 столовые ложки. На один бокал вам понадобится сок половины или даже 1 целого лайма, в зависимости от того, какой он сочный и какого он размера. Если у вас нет свежих лаймов, вы просто можете взять концентрат сока лайма. Если вы будете использовать концентрат, то примерно 1-2 столовые ложки. Примерно 1 стопку рома Бакарди. Миксер, в котором вы будете смешивать ваш напиток, должен быть наполнен льдом, примерно 2 трети льда. Затем я добавляю seltzer water. В Америке этот напиток также называется по-другому club soda. В реальности это просто газированная вода с добавлением сока лайма, или она может быть другого вкуса, с добавлением, допустим, сока лимона. Края бокала просто протрите кусочком лайма и затем обмакните в сахар. У вас получится вот такой красивый засахаренный ободок. И наш напиток готов. А следующие 2 рецепта у нас будут начос и гуакамоле. И на эти 2 блюда у нас некоторые ингредиенты повторяются. Поэтому, чтобы сэкономить время для всех, давайте разделаем овощи одновременно. Я показываю вам, как я вычищаю острый перец халапеньо. Он очень острый, поэтому старайтесь удалить всю белую часть, что находится в середине. Особенность мексиканской кухни, что она очень бюджетная, все ингредиенты доступны. Порубите мелко 1 луковицу и примерно 1-2 дольки чеснока. Сейчас мы с вами начнем обжаривать фарш. Показываю вам миску, которую мы расписали вместе с дочкой во время нашего путешествия в Мексику. Это было 5 лет назад, но вообще мы там были много-много раз. Итак, мы с вами начинаем обжаривать фарш. Согрейте сковородку очень хорошо, и затем вы выкладываете фарш, добавляете туда лук и чеснок. Обжариваете все, чтобы у вас удалился вот этот красный розовый цвет. Не нужно мясо переготавливать. И когда вы увидите, что ваше мясо изменило цвет, мы начинаем добавлять специи. Я добавляю Taco Seasoning Mix. Если вы живете в Америке, то эту специю вы можете купить в Costco. Если там, где живете вы, нет такой специи, ничего страшного. Я просто прочитаю вам, что входит в ее состав. Возможно, я сделала какие-то ошибки, потому что здесь название произносится немного по-другому. Итак, чили перец, камин, орегано, соль, лук, чеснок, паприка, красный черный перец, а также перец халапеньо. Дальше к этому мясному фаршу традиционно добавляется какая-то томатная основа. Вы можете добавить или томатный соус, или уже готовую томатную салсу. Я делаю свой выбор, я не добавляю уже готовые ингредиенты, я просто добавляю мелко порубленные томаты.
Дайте еще мясо протушиться минут 5-8, и затем мы все это вытащим из сковородки. Но я хотела обратить ваше внимание, что ложкой, которую я буду вытаскивать, в ней есть дырочки. Это для того, чтобы у вас стек весь жир. Вот этот жир вам не нужен. Натираем сыр чеддер на терке. У меня его два варианта. Один оранжевый и один такого более светлого цвета. С сыром не ошибешься. Чем больше, как говорится, тем лучше. Халапеньо перец вы можете или нашинковать, или вы можете его очень тонко нарезать. И затем я поделю этот перец пополам. Половина пойдет в начос и половина пойдет в гвакамоле. А в гвакамоле нужно будет порезать очень-очень мелко. То же самое с красным луком. Более крупно мы нарезаем его для начос. Я это отодвигаю на свою левую сторону. И более мелко мы будем рубить на гвакамоле. И это будет с моей стороны справа. Повторяем то же самое с помидорами. И помидоры, вот, которые вы возьмете именно на гвакамоле, уберите семена или уберите жидкость, потому что жидкость она сделает ваш гвакамоле очень таким водянистым. На противень, который мы поставим в духовку, одним тонким слоем мы выложим тортилла чипсы. Если у вас в магазине есть разные чипсы, выбирайте те, которые потолще, вот именно, чтобы они не ломались. Вспомнила, что забыла еще один ингредиент, который очень любят в нашей семье. Это вот такие темные оливки, которые также вы можете порубить очень мелко. И затем очень тонким слоем мы начинаем укладывать мясо и другие все ингредиенты. Почему-то не попал в кадр, как я посыпала все сыром, то есть вы кладете абсолютно все ингредиенты, включая сыр. И затем вы повторяете, сверху вы также посыпаете чипсами, опять одним слоем, и повторяете весь процесс. Я показала ингредиент, который я использую для себя. Также вы можете добавить бобы, вы можете добавить кукурузу. Бобами в Америке называется фасоль. Обычно в мексиканских блюдах они чаще всего берут черную фасоль. И она будет уже консервированная или она у вас будет отваренная, какая вам нравится. Очень часто в мексиканских блюдах также используется refried beans. Это фасоль, которая была пережаренная снова, и она такая вот толченого вида. Но очень многим людям, вот именно нашего происхождения, это не нравится, вот это добавление. И оно дает такие боли в желудке. И вообще, я считаю, что лучше и не пробовать. Поэтому я вам показываю вот именно модификация, которая была адаптирована под наши вкусы. Но если вам нравится refried beans, пожалуйста, попробуйте. После того, как мы все уложили слоями и посыпали сыром, не стесняйтесь, чем больше, тем лучше, можете класть гораздо больше, чем клала я. Мы поставим все в духовку примерно на 350 по Фаренгейту, 175 по Цельсию, примерно на 10-15 минут. Но смотрите, чтобы у вас все не сгорело. Также, чтобы предотвратить, чтобы оно у вас сгорело, вы можете сверху просто положить фольгу. Цель такая, чтобы у вас расплавился сыр. Пока у нас готовится наш начос в духовке, у нас есть пару минут, чтобы все собрать на гвакамоле. Уже все нарезано и осталось только выложить авокадо. Авокадо вы можете или растолочь полностью, или можете просто порубить на мелкие кусочки, как вам удобно и как вам нравится, это не имеет значения. Затем вы добавляете мелко нарубленные помидоры. Обязательно сцедите сок с ваших помидор, чтобы гвакамоле не получился водянистым. Затем нам понадобится сок половины лайма. Мы почти с вами заканчиваем. Сейчас я порублю зелень силантро. Силантро у меня пойдет на гвакамоле. И зелень лука, которую я порублю следующей, это у меня пойдет на начос. Мы
добавляем соли и перца по вкусу, и дальше мы все очень хорошо перемешиваем. Иногда люди добавляют камин или тмин, это также индивидуально по вашему вкусу. Такие простые рецепты у меня для вас на сегодня. Очень удобно, когда вы принимаете гостей на скорую руку и не хотите заморачиваться. После того, как ваши начос вышли из духовки, сыр у вас уже расплавился, вы добавляете сверху свеженарезанную зелень цилантро, вы можете добавить свеженарезанный лук, вы можете добавить сверху ломтики лайма, потому что некоторые люди любят поливать соком лайма, можете добавить ломтики авокадо, но я делаю отдельно гвакамоле, поэтому я не добавляю авокадо также на начос. Как вам нравится? Также обычно подается небольшое количество сметаны, она подается как приправа к начос. Если вы не будете готовить начос, а сделаете только гвакамоле, то просто рядом в блюдо насыпьте кукурузные чипсы. Я надеюсь, что вам понравились эти простые легкие рецепты и вы пополнили свою копилку. Надеюсь, что вам все это пригодится в летнее время, если вы хотите легко встретить своих гостей. И привет вам от кота, который всегда любит быть в центре внимания и не пропускает ни одной вечеринки. Он всегда должен сидеть за столом, хотя бы на стуле, и наблюдать, что происходит в его доме. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого наилучшего и до новых встреч!